Давление насыщенного пара, соответствующее температуре 24 градуса, которое наблюдается в комнате, это такое давление, при котором начинается конденсация. 2,98 кПа. Но относительная влажность воздуха 60% говорит о том, что давление водяных паров на самом деле меньше, составляет всего-то 0,6 от 2,98. Если мы 2,98 умножим на 0,6, получим чуть меньше, чем 1,8 кПа. Очки, когда мальчик вошел, были нагреты до температуры воздуха на улице. И на них началась конденсация. То есть давление 1,8 кПа должно превысить давление насыщенного пара. А это наблюдается при 16 градусах еще нет, а при 15 вот как раз